Друзья, всех приветствую на канале Boston Technic. Меня зовут Павел. Сегодня у нас на обзоре, также на реализации, вот такой прекрасный монстр трактор HTZ-150, гусеничный, с двигателем EMZ-236, не турбированный. Вот, заметьте, турбины нет. Ну, трактор 2005 года, для своих лет он в прекрасном состоянии, противовесами. И еще с приятным бонусом, он с кондиционером. Все рабочее, все в отличном состоянии. Комплектное, вложение не требует. С документами полный порядок. Вот он не боится никаких работ. Отличный трактор. По мотору, по гидравлике, мосты, все сухое. Вот, можете как по видео оценить, так вы, в принципе, можете приехать, оценить. Я думаю, вы не обвините меня во вранье, потому что он реально в хорошем состоянии. Все бортовые. Бортовые, сухие звездочки. В отличном состоянии. Гусянки менялись. В общем, по двигателю кондиционер. Кто-нибудь видел на гусеничном Т-150 кондиционер когда-нибудь? Вот, по коробке сухая. Все в кабине. Единственное, пыльно. А так все довольно-таки в неплохом состоянии. Вот кондиционер. Все как надо. Шильдики. Остекление все целое. В общем, полностью готовый трактор для работы. Кого заинтересовало, звоните, пишите. Все покажем вам. Ничего скрывать не будем. Да и не умеем. Все по правде. Ну, просто шикарный аппарат. Шикарный. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Обращайтесь в компанию Boston Technic. Поможем с подбором хорошей сельскохозяйственной техники. В общем, все будет хорошо. Всего доброго, до свидания.